По информации полицейских, с прошлого года количество неблагополучных семей в нашем городе снизилось на 8%. С начала года сотрудниками полиции было зафиксировано 363 неблагополучной семьи. С 20 по 30 ноября текущего года на территории республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Каупсыз Кала». Целью, основными задачами является это профилактика правонарушений и уголовных правонарушений. Сотрудниками, участковыми инспекторами полиции и участковыми инспекторами полиции по делам несовершеннолетних проводятся рейдовые мероприятия по лицам, состоящим на учете в органах внутренних дел. Также проверяется увеселительное заведение. Данная оперативная работа будет проходить 10 дней, за которые стражи порядка посетят все семьи, состоящие на учете, как неблагополучные. Евгений Борщ, Влад Рогушев, программа «Факт».